Омске состоялся настоящий праздник красоты, изящества и грации. Как и все турниры по художественной гимнастике, первенство на Кубок губернатора Омской области собрало под сводами дворца очаровательных спортсменок. Гимнастки от 5 до 20 лет участвовали в групповых и индивидуальных испытаниях, пробовали идеально выполнить программу и установку тренером. Мы всегда подбадриваем друг друга, если у кого-то что-то случилось или что-то не поймал. Мы успокаиваем друг друга, все будет хорошо, говорим. Воробушки и подснежники. Даже в названиях номинаций для перворазрядниц чувствуется особое отношение к зарождающимся талантам. А вот сами спортсменки нежного возраста проявляют небывалую силу духа. Какими качествами должна обладать настоящая гимнастка? Ну, наверное, трудолюбивостью. Просто трудолюбивость. Не настолько нужен талант, как трудолюбивость. У меня есть конкурентки, которых я хочу как бы обогнать, перегнать, чтобы у меня было все хорошо, чтобы я выигрывала, никогда не проигрывала кому-то. На Кубок губернатора приезжает немало гостей из других регионов. Но омские гимнастки из года в год доказывают, что омская школа подготовит еще не одну олимпийскую чемпионку. Есть у тебя какая-то мечта, какая именно связана с этим видом спорта? Да, стать олимпийской чемпионкой. А есть у тебя кумиры какие-то, на кого ты равняешься? Да, Евгения Канаева, Ксения Дудкина и Соня Скомаров. Вдохновляющие примеры и небывалое упорство помогают маленьким гимнасткам зарабатывать медали одну за одной в индивидуальных групповых испытаниях. И на прошедшем областном первенстве омички вновь доказали – им нет равных. Все призы во всех номинациях выиграли воспитанницы Центра подготовки Олимпийского резерва по художественной гимнастике.